Мы ставим себе тогда. Значит, мы сейчас работаем с институтом по, значит, вопросу, ну, как бы разработки даже. Конкурс был, конечно, в центре ПАТО космонавта непосредственно, где мы занимались отбором из числа военных летчиков, была образована комиссия. Но, естественно, многим было отказано в силу различных причин, по разным причинам. В том числе все они проходили, так скажем, медицинские тесты, которые даже очень достаточно высокого требования. Поэтому конкурс был определенный. Вот, не всем удалось. Были обиды, были неудовольствия. Ну, что сделаешь? Да? Евросоюз-космоса 29 мая, на котором были удалены. Когда закончится полная сборка МКС и начнется, допустим, подготовка к Марсу, рано или поздно, тогда уже будем набирать совершенно, может, по другому принципу. И летчики, и инженеры, и ученые, и геологи, и биологи, и... Ну, многие профессии, которые могут пригодиться там, на других планетах. Это уже вопрос будущего.